Очередной прыщ наебали, очередной красный нос, который так всегда красный от розацея, но здесь особенно. Сейчас общался на Нектоми, просто аудиочат анонимный. Это шок, это шок. Вот в очередной раз как бы дал себе понять, что у меня ничего не будет. И от этого болит. Это такая выскобленная скорлупа. Я выскобленная оболочка. И эта оболочка болит. Какая-то девочка там была из Питера, там дала свой просто инстаграм, я не знаю, просто вот мой инстаграм, там посмотрел. Супер красивая Тиану, там что-то рассказывала. Я у нее даже ничего не спрашивал, просто сама рассказывала там. Вот у нее такой парень, сякой парень, она с тем. Вот как быть нам, у которых ничего не будет? Как быть нам, у которых ничего не будет?